Наконец-то я выбрался. Вась, Васич, ты понимаешь? Успокойся, ты что ведешь себя, как будто ты не поднимешь, братан? Как делишься? Нормально. Нормально. О, смотри, вы такие веселые парни. Да, 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 здравствуйте. Ну, я поздравляю вас. И мы вас поздравляем. Чтобы было все нормально, как говорится. Есть деньги у вас? Да что ты несешь, погоди, да ты пугаешь, ты что делаешь, народ сейчас весь разгонишь, братан, ну что ты делаешь? Листья вот так наделать и убираться, пусть люди поставят шапку мою. Дурак, что ли, ты что мусоришь, ты что испортишь? Убирай, убирай. И, братан, братишка, у тебя чипсы там? Угости по-братски. Спасибо огромное от души, да, вообще, брат, спасибо. Угу. Спасибо, брат, спасибо. Спасибо. Братан, здорово, что, как сам? Все нормально у тебя? Да. Слушай, это... Да ты чего? Да ладно, ладно, не ссы, все нормально, не бойся. Сейчас все хорошо, слушай, мы здесь хотим это устроить стихобаттл. Мы хотим баттлиться стихами. Нет? Если вдруг тебе деньги есть? Сотка там есть, 100 рублей, ну, по-моему. Я сейчас без наличных. А монетки есть там какие? Все, понял. Ладно, братан, все нормально, давай, братан. Здорово, мужики. Здорово, жены, как сами? А есть деньги у вас? Да, нет денег. А зачем вам? Слушайте, пацаны, мы стихобаттл. Стихобаттл. Если мы можем стих прочитать. А, нет? Ладно, пацаны, ладно, давайте. А что, давай стих. Ты какой стих знаешь? Так, Маяковский. Наизусть уж что-нибудь такое, прям чтобы. Маяковский. Я прям сейчас как дам, вот подам прям сейчас, реально тебе говорю, Вась, серьезно. Вот нам бы гитарку бы, серьезно, гитару бы, я бы сейчас спел бы что-нибудь. Давай попробуем, смотри. Уважаемые! Сейчас будут читаться стихи. Если вам интересно, если вы хотите помочь людям, которые читают стихи в городе. Мы в беду попали. Помогите. Мы не знаем, как нам выкрутиться, поэтому мы будем читать стихи. Я сразу смазал карту будня, плеснувший краску из стакана. Я показал на блюде студня косые скулы океана, на чешуе жестяной рыбы нашел я зовы новых губ, а вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб. Братух, как стих понравился? Полтишок, братан. Был. Накинь полтинник-то. Давай. Я стоял в городе, смотрел на людей и думал, что сегодня будет праздник. Они улыбались, и это прекрасно. И я все хотел улыбаться. Эй вы, пара любви, немножко... Помогай. Немножко... Накиньте полтинник. Обратите внимание. Ну что же нам делать? Ну как же нам быть? О, бабушка, дайте желание. Здрасте, бабуль. Мы стихи читаем. Читай. Все, ладно. Братан, ну что ты гонишь? Ты людей пугаешь. А что делать-то? Ну, нагнетать. Ну, я не знаю как. Ты успокойся. Смотри, осень на улице! Буров! Осень! Понятно. Смотри, я сейчас расскажу стих, мне дадут 50 рублей. Давай, пошли. Хоть я бешусь, хоть этот труд и стыд напрасный, и в этой горести несчастный у ваших ног я признаюсь. Мне ну, проси прощения. И не по летам, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам, не скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю и мочи нет сказать желаю, мой ангел, как я вас люблю. Когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг и платье шум, и голос девственный, невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнетесь мне отрада, вы отвернетесь мне тоска. За день мучения награда мне ваша бледная рука. Когда за пяльцами прилежно следите вы, склоняясь небрежно, глаза и кудри опустя, я в умилении очень нежно любуюсь вами, как дитя. Накиньте полтишок. Алина? Мы на Робинсе, имя, ребята. Имя, да? Имя, имя. Нет, имя. Алина, жальтесь надо мной. Не смею требовать любви, быть может, за грехи мои, мой ангел. Я любви не стою, но притворитесь. Этот взгляд все может выразить так чудно. Полтишок. Ничего. Сотку. Монетки. И монетки. Ладно. Спасибо. Опа, братуха, ты это видел? Спасибо вам огромное. Дай попить. Да тихо. Ты что, это первый, честно? Красавчик, на. Можно, да? Да. Чай. Ну нормально у тебя получается, слушай. Я тебе сказал? Смотри, это не 50 рублей, это шампанское, рублей 150 стоит 200. Да какое? Она все пятихатку стоит. Да. Это
Это Монтмартэ Дусмин Муск. Дай прощай, может, и на армянском? Да, вы все, конечно, помните, как я стоял, приближившись к стене. И что-то, дурак, что ты несешь? И что-то резкое в лицо бросали мне. Нам пора расстаться, что нас измучило. Что нас измучила моя Шанель. Что пора за дело приниматься. Что вам пора за дело браться. А мой удел катиться дальше вниз. А мой удел катиться дальше вниз. Наше стихотворение стоит 50 рублей. Это лично я. Это шутка. Если возможно, полтишок можно накинуть. Пожалуйста, помогите. Монеты, есть возможность такая. Ну, немножко, 50 рублей, пожалуйста, мы с голоду, вот нас похитили. Хотели бы 30-ку. Ну, вообще никак даже. Хотите, споем? А, тема такая, мы попали в беду, нам нужна мелочевка хоть какая-нибудь. Ну, тут дело в том, что проходит, мы пытались, не пытались. Да хватит ты, а! Значит, смотрите, девчат, я сейчас спою песенку. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкой своей, и она не раз еще к тебе вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, да, и придет на напилика, и это на скрипке с голубого поддерживаю, что начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки, а с голубого. Денег вообще никак. Ты сделай дело, потом гуляй. Гуляй смело. От души, девочка. От души. Спасибо. Сколько там? Спасибо. Да не важно, сколько там. Да сколько там денег? 5 рублей. Уйди. Уйди. Спасибо. Да давай. Девочки. Считаем ты деньги. Успокойтесь. Двадцатка. Уже двадцатка. И что? Хорошо. Это начало. Смотри. Уважаемые жители этого города. Итак, концерт по заявкам. Если можно, помогите артистам с Погорелого цирка. И отчина маля гора попоте тарекеля пашете та пум папа лёкора масата ла генджара бента оскиле поле тора пошканта ла барате ты да годжи монофонто о те чуле боре гера фонто о те чуле гора бара фонто о девчонки как дела о папа в долги не чем теле коле чем на фонто рапо а чем теле фонто рапом то рапо а чем теле пим пара фонто рапо девчонки как-нибудь Да, у нас есть стих. Долго не сможет бежать. Друг, сейчас запыхаюсь. Слушай, может поможешь? Опа, у него косит руки. Тихо, не лезь, не лезь, не лезь. Ребят, здравствуйте, можно песню вам спеть? Здрасте. Мы дали для вас вон песня. Куда, куда? Да, куда? Вон. Погнали. Ну что, ты готов? А это где вообще? Это Московская область. Слушай, а у этого в паспорте было написано Московская область. У кого? Ну помнишь, ну, которого мы должны были документы отдать? Сейчас. Проходите. Какие прекрасные дамы. Замужем и женаты. Да тихо ты! Значит, песня для вас. Ребят, день свадьбы. Это прекрасный день, когда люди соединились и когда они на всю жизнь вместе. На всю жизнь. Никаких нахер разводов. Поехали. Да. Это так. Все для вас в Жуковском. Так, Вася. А, извини. Чем я живу, да тем же, чем живет любой мужик. С утреца голова не дребезжит, всему виной Вилли Вискарек. Это мой упрек, он до Увадика прет, так вот народ. Что за войну вы воротите все вокруг? Я эклектик тут, или кто еще? Я земли кричу, это мой вам счет. Люди путают добро и зло, любовь и похоть. Предательство и дружба, сука, в лицо летит мой локоть. У каждого проблемы, все виноваты вокруг. Хочешь изменить житуму, загляни в себя, мой друг. Хорошо. Это узкий круг, это твой пруд. Никто не скажет напрямую, все вокруг тебя врут. Мужик, не мужик, если баба у него визжит, она поверила и потому тобой горит. Ай, запах ее и денег с утреца тебя бодрит. Ты свали в Мадрид, если путь открыт, посади дерево, построй дом, завести маленький, где так и оказаться в нем. Посади дерево, построй дом, завести маленький, где так и оказаться в нем. Любое ее слово заставляет меня плыть на ту сторону, мне не все равно, так что я брею бороду. Любая делюга решается добрым добром, побазарь с пацаном. Если не лухнет, вся ваша пыль окажется под ковром. Чё?
Что? Жестоким, но потрясным миром правят бабы, бабки и вес. Что сказал? По жизни немало знаю, ее никто не понимает. Все вынуждены жить по законам мироздания. Кто его знает? Никто. Поэтому я лучше возведу свой дом. Я никогда не буду в этом мире равнодушным. Обещаю быть послушным и богатым, и везучим. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Это вам, ребят. Так, для вас, давай, для сложную вас сторону. Есть вообще что-нибудь вообще. Черебас, если черебас. Болтос! Первый болтос наш! Болтос! Боже, это полтинник! Если можно, просто... Господи, спасибо, держи. У нас пуст, реально. Кто шампунь, то чипсы вообще. Так, это булка хлеба, серьезно. Нормально. О, боже, ребят, дай пятерку. Ты крутой, у тебя жена крутая. Если еще кто-то сможет помочь... Все, спасибо большое, все. Мы уходим, да. Ребят, спасибо большое. Вам любви, счастья, пусть у вас все будет круто. Не ругайтесь, умейте прощать друг друга. Это самое главное. Главное прощать, да, и терпи, извиняться. Вот. Да. Спасибо. Спасибо вам, что привели нас в это прекрасное место. Сотка! Стой! Здорово, братан, как тебя зовут? Юрец. Вася Васич, хорошо. Очень приятно. Слушай, Сань, такое дело, короче, смотри. Нам в беду попали. Да, нам очень-очень нужно. Да. Можешь помочь? Смотри, мы не будем ничего делать. Играть умеете? Да, конечно. А я, конечно, играю, могу показать. Да, конечно. Ну, мы сыграем, заработаем что-нибудь и даже с тобой поделимся. Возможно. А? Если нам просто деньги нужны на проезд. Тогда мне отдадите 600? Мы еще не знаем, сколько мы заработаем. Ты еврей, что ли, братан? Ты еще гонишь, братан? Ладно, 600 рублей, хорошо, попробуй. Ну, 600. Сколько будет, сколько, ладно, хорошо. Давай гитару, да? Да, да. Дашь? Смотри, нормально, нет? Ну, дай посмотреть. А железные, нейлоновые струны? Нейлоновые и железные. Да? Одновременно. Ты главное не сни, все нормально будет, братан. Хорошо, все ладно. Хорошо будет. Ты не грузи, все нормально будет. Держи, выживай. Смотри, да, я его направил долго. Нормально? Да. Короче, сейчас смотри, идем смотри, мы сейчас, сейчас идем в парк куда-нибудь, да? Ты можешь нами, можешь не беспокоить, можешь нами пойти. Ну напой, чтобы я хотя бы, ну. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Да, да? Все. Да, ты проходишь мимо взгляда. Это так. Разрезаешь мои тернии. Ага. Своим светом верь мне. Да. Я хочу с тобой делиться. Не продолжать говорить, да. Забываться, бриться, злиться. И не говорить, да. Но тебя мне не хватает. Твое сердце это знает. 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 А? Девчат, спасибо за кофе. Спасибо за вместе. Да? Да, нет, ну ты что гонишь? Сколько могут? Нет, сколько? Вот. Вы заработали. Спасибо огромное. Спасибо. Да, это сколько уже? Да нормально, нам на картофан хватит. На картофан хватит. Спасибо картофан большое. Хватит. Огромное спасибо. Спасибо, девочки. Погнали в парк. Спасибо. Спасибо. Любви. Мы споем для вас песню. Песня о любви. Не слушайте их смех. Всегда со мною
рядом. Да. Ты проходишь мимо взгляда. Ага. Разрезаешь мои тернии. Это так. Своим светом верь мне. Верь мне. Я хочу с тобой делиться. Да. Забываться, бриться, злиться. Я бреюсь. Но тебя мне не хватает. Мне не хватает вас. Твое сердце это знает. Знает сердце. А теперь скажи, что лгун я. Я не вру. Амурила поэта колдунья. Мой корабль пришвартован на берегу твоем окопан. Сердце, сердце, сердце. Нам не нужны ножи. Не нужны ножи. Мне скажи, скажи. Давай с тобой сбежим. Сбежим. Мы любим виражи. Пускай бушует шторм. Плывут за нами псы. Все точно будет норм. И не смотри в часы. Не смотри в часы. Мы ты лучше мне скажи, давай с тобой сбежим. Да. Мы любим виражи. Это пускай так. Бушует шторм, плывут за нами псы. Все точно будет норм. И не смотри в часы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А? Да. Да, такое. Спасибо. Есть мелочевка какая-то. Есть мелочь какая-то. 10 рублей там, пожалуйста. Ради, не спасибо огромное. Смотри. Спасибо большое. 110, 120. Считаем здесь. 130, 140, 150, 160. Ага, 240. Значит, короче, смотри, братан. Держи. Так, чё? Держи в руках. Я держу, держу. Держи, держу. Смотри, братуха. 10, 20. 30, 40. Вот тебе пальто за суету держи. От души. Вот красава. Ты молодец. Ты спас нас сегодня. Да, от держи души, гитару. Братан. Братан, гитару не оставишь, а? По-братски. Ну оставь, я тебе потом нет, на карту не переведу. Могу, не могу. Нет? Мне фига. Мама сказала. Васич, держи его! Тихо, стой, стой, успокойся, ладно, ты чего да гонишь? Да я пошутил, ребята, что вы растете? Что ты гонишь, начинаешь да опять? Ладно, отдай ладно. Гитару. Все, отдай, ладно, отдай, все. Отдай! Братан, все, давай, беги. Давай, беги. Пока. Ну все, пошли. Куда теперь? Короче, что у нас потом? Давай бабатки сюда. Пошли пожрать купим что-то. Ты издеваешься, что ли? Ребятам оставим, да? Конечно. Ладно, все. Ладно, все. Пойдем, поехали. Тогда тормозем. Ну а как мы что доберемся? Знаю. Слушай, ты можешь нас довести до деревни, короче, прямо пока там помню. Дорогу покажем. Мы тебе денег нет, но мы тебе споем, стихи прочитаем. Мы можем что-нибудь сделать, задание какое-нибудь, хочешь, Даня? Красавчик, да? Отвечаю. От души красавчик, вообще там братан. Обойти, да, сесть? Давай, ага. Все. Кардос, братан, понял? Это просто замечательно. Так. Опа. Отлично. Отлично.